Участник под номером 41 Buick Wildcat Custom конвертер Волков. Автомобиль 1965 года. За рулем Айвар Кайс. Кузов и салон автомобиля были восстановлены до оригинальных цветов. Автомобиль был оснащен кастомной технологией и выхлопным огнеметом. На протяжении многих лет этот автомобиль активно использовался в летние сезоны и принимал участие во многих винтажных и коллекционных автомобилях. Нашу площадку Айвар Кайс. Ну что ж, дорогие зрители, следующий